Привитос, амигос, продолжается God of War, и духи спойлерщиков, которых боги покарали в анал, говорят, что осталось уже не так и много. Записка в дневнике: пока мои эксперименты с гидравликой безуспешны, обычные механизмы не подходят для этого великого проекта. Надеюсь, путешествие в Аид для ознакомления с работой судей поможет мне найти новый источник энергии. Что значит путешествие в Аид? До меня доходили слухи о пламени более чистом, чем что-либо в этом мире. Каждый мой промах расширяет пропасть между мной и сыном. Дедал, день 275. Это в самом начале он написал, что? Когда всего-то год работал, я представляю, наверное, думает, ой, целый год уже, блядь, ничего не сделал. А впереди еще там 11 лет пахоты. Так, ну я так понимаю, что мне вниз, потому что долететь я до туда не могу. Осторожно, вау, вода. Кратос же... Нет, он умеет плавать, но он умеет плавать только в реке Стикс, потому что когда я спрыгнул в воду на другом уровне, он сразу утонул. Какая удобная пробка. Хотя, может, я там на шипы наткнулся. Я так и не понял, почему он помер, свалившись в воду. Так, что у нас тут? Механический замок так и пышет жаром, сейчас его невозможно активировать. Ладно. Ну, видимо, вода подымется и он остудится, что ли? У меня полный меч накоплен. На черные дни, так сказать. Которые, видимо, ближе к концу игры вот-вот наступят. Немецкий инцест 10 левела, лук Аполлона прокачал. Что еще сделать? Что еще качать? Неужели надо бичи Немезиды эти прокачивать или когти Аида? Вот эти всякие вспышки головой Гелиоса, сандальки, Гермес. Вообще не знаю, чем их прокачивать. Они что-то там урон какой-то добавляют, но я же не бью. Я же не бью этими сандалями Гермеса. Он Кратос ногами не пинается. А юзать их для того, чтобы нанести удар. Но это тупо. Так. Охуенно. Блять, сука, нищий Олимп не могут свет А, да, и чекпоинт такой классный. Перед дракой, а не после. Да, и катсценка, которая не скипается в этой игре. Почему в этой игре не скипаются катсцены? Вот самая первая, где там рассказывают, что историю там какую-то Кратоса, не Кратоса. Предысторию этой игры, короче. Там 5 минут идет базар и мультик неинтересный. И это не скипнуть. То есть, если я заново захочу поиграть, мне снова эту хрень смотреть, что ли? Она и в первый-то раз мне не очень-то интересной показалась. Я утратил ледяной дождь Борея. А ведь я хотел подарить его тебе. Мой сын должен был править лабиринтом. Поиски продолжаются день и ночь. Я Аскорпий. Скорпий растет все больше. Я опасаюсь самого ужасного. Дедал, день 4598. Самый ужасный Скорпий — это желтый ниндзя из Mortal Kombat. Если на PS3, по-моему, да, был за предзаказ, короче, доступен Скорпион. Ой, этот. Не Скорпион. Кратос для выбора. Ах ты, сучка! Какие-то медузы тут тощие. Худнувшие. Получи. Тихо, сейчас улетим нахуй. Ебанат. Какой ебанат, блядь. Придумал этот бой. И чё? Я наносил удар, вместо этого окаменел почему-то. Блять, ей не надоело нахуй эту хуйню вставать. А что-нибудь другое это умеет? Тварь ебаная. Я подпрыгнул и рассыпался, да, именно так дела и делаются. Главное, я в прыжке закаменеваю, потому что они ведут за мной. Блять, опять он вот меня поменял пушки почему-то. По одному богу известной причине.
Там сзади яма, блядь. Ну чем она, сука? Я даже не видел, блядь, еще и драться в темноте. Пизду вас. Змеи ебаные. Сука, сферы мне запили. Я добиваю. Да и что? Ну потряс ты ее гривой. И что мне туда прыгать надо? Что? Темно как, блядь, в дырке, сука. Да, бои в темноте особенно впечатляют. Я надеюсь, что... Да не, в этой части он, походу, из подземелий так и не выберется. О, блядь. Опять эти пидоры. Ну, из этих трилобитов хотя бы зеленые сферы падают. Это марево. Жара? Или здесь... Да, жар. Или здесь огромный-огромный секрет просто. Так. Вот когда такие сундуки, это значит, что... Еще один шаг, и ваша жопа будет отодрана. Типа, хиляйся, пока можешь. По-моему, даже из сундуков уже больше сфер стало падать. Это величайшее сооружение возведено по воле богов, а множество жестоких ловушек в его коридорах воля смертных, построивших его. Воля смертных, ловушки. Не. Так, все, мне пока ничего не надо. Ни жизни, ни ману, ну вот, видимо, и Оренка. Ну и чё? Я спросила, милый, чё, ты мне вставишь или чё? А я, милая, ничего, у тебя там горит, чё? Ну, куча тараканов, походу. Ну что ж, не так плохо. Не так плохо, как могло быть. С кучей тараканов-то ещё можно как-то справиться. Да, это больше дедал писал, что тара... Ебать! Ты-то нахуй кто такой? Блять. Зовите звездный десант, мы нашли паук-мозг. И он синий, он в какашках титана. Надо доставать немецкий инцест, благо он прокачанный. А это чё? Опа, опа, блять, скачками горилла, горилла! Блять, не успел отпрыгать. Ёб твою мать. Он порождает, блядь. Он порождает их из пасти, он плюет скорпионами. Успел краем глаз заметить. Блядь, опять он нахуй достал другую пушку. Ёбаный в рот, какое дебильное управление. Ну придумали же на крестовину оружие менять. Нахуй, блядь, кнопки двойного действия делать. Но это говно хотя бы урон не наносит. Тут можно с этим смириться. Еблайся об пол, еблище. Давай попробуем с этого. Блядь. Ну хорошо, хоть он долго замахивается своим хвостиком. Есть время еще принять ряд каких-то... Блядь, опять поменял. Опять поменял оружие. Ёбаный пидорас, блядь, а. Тут управление вообще можно поменять? Нахуй выключить эту функцию, блядь, ебалищную. Попал, заебись. Охуенно, пока, блядь, мы 20 раз нахуй будем туда-сюда пушки менять, нам делать-то нехуй, да, кратце. Молодец, блядь, вот ебланы нахуй, а эту игру делали, ну пиздец, блядь. Они сами-то мне нахуй играли, им как понравилось, блядь, что зажимая блок и нажимая кнопку удара, блядь, внезапно кажется, что пушку можно поменять, а не произвести, блядь, усиленную атаку. Они бы еще, знаешь, там на рандомное оружие меняли. Давай, как Тайсон, как Тайсон. Тайсон был маленький, он подпрыгивал и бил. Блять, ну пиздец, от этой хуйни вообще увернуться-то можно? Блять, я охуеваю, Кратос вообще не попадает, короче, нихуя. О, я увернулся, нихуя. Застрять можно.
Хуйте! Точно. Если использовать магию, он же бессмертный в этот момент. Так что это проще, чем увернуться. Другой вопрос, что попытки ограничены. Так, ну вот, ну, две лапки уже. Блять, а когда он перепрыгивает, мне что делать? Оу, е! Ну. Блять, нихуя их тут. Все, 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 давай, нахуй, рви ему пасть. Да, ёпта. Опа, опа, зеленая ограда. Пауку порвали пасть, так ему и надо. А ему похуй почему-то. Заебись, он пролез. Просто прошел, дамаг нанес, ёпта, бля. Надеюсь, что чекпоинт. У меня есть, наверное, надежда, но такая... Ладненько, откуда-то с края монитора прилетела атака, блядь. Ну да, правильно. Зачем мне показывать ее? Тогда же я уклонюсь, правильно? И что? Мы так постоянно будем что-то делать? Вот эти слюни, которыми он харкает, они что делают? Хуйка. Говно. Давай, давай, давай. Я не знаю, ему лапку-то вообще оторвать целиком-то можно? Или вот только частично? Отбуцкать с нее этот глазури-то. Адамантий его. Апа, сука. Хорошо с них жизни валятся, а? Так. Безошибочно. Он еще и кастует там долго, что он надолго неуязвим становится. Опа, иди сюда. Давай. И прям в щи убить. Я надеюсь, он его клешни не по одной будет отрывать. Не этого, идиот, блядь. Большого бей. А, блядь, отлично вообще. Еще и босс с полетами, вообще шикардос. Вообще классно, вообще супер. И чё мне надо? Блядь, не то нажал. Ёб твою мать. Заебись. И чё, весь бой сначала, что ли? А, нет, слава богу. Блять, как я сосульки собираю. Четко вообще, блять, идиот. Блять. Аж бесит. Ну, а, можно вообще в стороне облететь. Бля, кретин. Вот это вот... Инверсия. Ай, блядь, заебало КУТЕ ваша, дайте драку нахуй нормальную. Блядь, беззвучно втащил ему жало его в горбы. Я читал на форумах, много кто жаловался на дерьмовый звук. Причем не все на PS4, у многих и на PS3, это, видимо, зависит от подключения. У этой игры какой-то звук, ебать, волшебный, походу. Ну и скорпион превратился в стекляшку. Ну, это круто, а что дальше-то? А, ну да. Удар Тайсона же. Ну что ж, not bad. А что дальше? О, что-то взять можно, смотри. Но это, видимо, то, что можно будет использовать в новой игре плюс. Ледяной дождь Борея. В этом камне сокрыто ледяное дыхание северного ветра.
А, стужать этих херовины. А, теперь может пройти. Понятно, понятно. Окей. Я вас понял. Почему-то... А, и включается охладитель? Ни хера не понял. Почему... Почему до этого фен не равно? Это, короче, такая приблуда, которая необходима именно для прохождения вот этих херовин. Понятно. Почему ты включаешь ее здесь, а вентилятор активируется где-то там? Здесь куча лазилок, куча прыгалок. Это все очень круто. И чё? А, назад. Камера продолжает жить своей жизнью. Такое ощущение, что главное на экране это не Кратос, а крюк светящийся. Еблан. Сука. Блять, чудом нахуй. Чудом и, сука, тигриной реакцией. О, опять проститутка. Тело нахуй. Что-то тут перебор какой-то, по-моему, с этими врагами-то, а? Что-то добивание. Для добивания когти включились. Заебала она нахуй, тварь, блядь. Ой, нахуй, это зеленкой своей. О, быку напиздюлял. Они, походу, ничего не могут... Не могут противопоставить этим немейским инцестусам, потому что у них дома какой-то безумный. Он даже быка реально, который разгон берет, отбрасывает. Ну, блядь, скорость атаки ниже и магия дерьмо. Так вообще, конечно. Воу. Че ж ты раньше так по скрипту не летал? А здесь у нас что? А ничего. А тут тогда чё? Ничего, вообще ничего тут нет. Ну, пожалуйста, сундук, ну, глаз горгон нет. А, наверное, нет. А это чё, Икара он тут слепил, что ли? Смотри, чувак с шестернёй и с крыльями. Интересно, Дедал так в курсе, что это Кратос в этой версии религии Икара нахлобучил, как я понимаю, раз у него крылья отодрал. Он отодрал у Икара крылья или самого Икара отодрал? Да, перезаписывай куда хочешь. Я один хуй уже потерял, где там какие сохранения. Я круг почета сделал. А я думал, вот надо поднять. Нет. Блядь, какой ты тупой. Интересно, Скорпион... Скорпион считается боссом? Кстати, это опять огромный босс, по сути, в маленькой комнате, такой же как Аид, но... Как Аид. Но этот интереснее, чем как Аид. Кокаид какой-то деревянный. Вот мне кажется, что кокаид... главная проблема кокаида в том, что он слишком рано в этой игре попался. Такие боссы, они ближе к концу должны быть, а он прям в самом начале, когда у тебя ни дамага нету, ни навыка. Зевс потребовал создать узилище еще для одного пленника.
узилище ебаное. Встретившись с судьями Аида, я чувствую лишь жалость к бедной душе, которая будет там томиться. Ну и это, судя по всему, Пандорочка. Я бы хотел, чтобы несчастные души обрели свободу, прежде чем падет цепь. Дедал, день 4500, да заебал. Он что-то в дне 4500 что-то там распизделся. Уже, по-моему, пятая записка этого дня. Кто здесь? Дедал. Мой сын! Мой прекрасный Икар! Хорошо, хорошо. Ледяной дождь. Ты должен сразиться со Скорпионом. Ледяной дождь — это и есть секрет лабиринта. А чё разными голосами ты говоришь? Мы должны собрать его. Ты молодец. Ты уже начал. Я видел, как перемещались кубы. Так вот, попав внутрь, используй дар Борея. Он позволит тебе управлять лабиринтом. Ты же... Что ты сделал с моим сыном? Мой сын! Где мой сын? Твой сын мертв, Дедал. Мой сын. Мое дитя. Нет, нет, нет. Я взял дар Аида, жидкий огонь и ледяной дождь, чтобы создать силу лабиринта. Создать силу! Создать силу! Надо теперь огонь найти. Силу созидания. Силу разрушения. Владыка богов оставил меня. Если я построю лабиринт, он обещал вернуть мне сына. Он сказал, что если взять жидкий огонь... О, мой сын, о, мое дитя. Дедал обезумел по ходу пьесы. Обезумел он еще тогда, когда поверил этому рогатому демону. Че, как можно? Ладно бы Аид был человекоподобный, но видно же, что он... Черт! Может, его как-то можно прикончить, чтобы он не мучился. Старый крендель. 13 лет, блять, строил эту хероту. Еблан, пожалуйста. О. Я не понимаю, когда он начинает. Когда он раскачивается взад вперед и когда по кругу. Блять, да хуйней страдаю, ёбаный, блять, с этой камерой нахуй. Дела какие-то делать, один хуй невозможно, блять. Хуета, блять, а? Как заебала эта камера, блять, 81-го года нахер. Сука, пиздец, блять. А что? Что ты делаешь? И то, блять, даже сейчас еле-еле на краешек попал. Спартанец, ты же меня не узнал. Ты же спросил, кто это. Ой, блядь, нахуй я не понимаю, что происходит? Нахер это мозгоебство? Кому оно нужно? Чё он там орёт-то, блядь? Ничего. Его там прищемило где-то, что он в центре куба висел. Лабиринт. Обалдеть.
Блять, Зевс-то где? Он что, в центре лабиринта? А, тут да, надо найти какое-то говно, чтобы, блядь, Зевса убить. В прошлый раз, причем он мечом на него без всякого говна секретного замахивался. Не знаю, о чем. А, ему просто эта баба помешала, Андромеда или кто-то. Ну так вот. А сейчас ему зачем-то понадобилась какая-то хуета, блядь, неведомая, чтобы Зевса победить. Пидорас. Да петухашвили ты, блядь, а? Блядь, и тут именно вот этих конченых поставили, да? Почему он покраснел, погас, блядь? Все жизни ушли на одного, блядь. Крыса какая-то, блядь, вылезла. Он ударил, он попал, но я в это время кастовал захват собаки. Ай. Давай, собачка, держись, держись, держись. А, блядь, жарик. Да давай, бля! Да, собачка. Может, срать не будет. Ебануться. Так, эту мы прошли. Чекпоинт! Хилочки. Маняга. На черный день у меня еще меч целый. Что там на полу? Можно стоять-то хоть, нет? Тут какие-то конусы анальные пошли. Вау. О боже, сейчас я знаю, начнется переворачивание какое-то. О. Ну, два глаза я до конца игры вряд ли найду. Я уверен, что в офисе Дедала был как минимум один. Там, где надо было что-то перепрыгнуть, блядь, на канат. Да с этой камерой, блядь, куда-то прыгать нахуй надо. Ну и чё? А, понятно. Ёпта, ёпта, вот это. А, можно успеть, да? Нет, мимо подбежал. Видишь, камера какая, заебись, как она помогает, блядь. Этой игре убить меня. О, боже. Я сейчас сдохну нахуй, такая магия, блядь. Красный сундук, я не знаю, он не нужен. У меня и так уже на 11 тысяч тратить некуда. Так, и чего сейчас я должен? Охуенно. Охуенно, блядь. Я ебал. Ну нахуй надо, блядь, с такой камерой делать такие задания, блядь. Кому нахуй это в голову пришло, блядь, в его пустую нахуй, а? В которой, блядь, кроме хуёв, блядь, ничего отродясь, наверное, не было, блядь. Пиздец, блядь, заебало нахуй, пиздуйте сундуки. 2 часа, блядь, сундуки лутаешь, чтобы потом сдохнуть, блядь, здесь от огня этого ёбаного. Охуенно, блядь. Кретин ебаный, блядь. Но... Блять, как классно. Давай подождем полгода, пока они, блядь, пощелкают нас. Ура, блядь.
Ебанина блядская. Спрыгни нахуй, а. Зачем он на каждой двери нарисовал эту херню? Я уж думал, что он сдох. Причем крылья он сам отпустил. Да что? О, перо Феникса. Вот не ожидал, блядь. Блять, на любые драки согласен, лишь бы не прыгать по этим хуйням и рычаги не дергать с этой камеры. Чуть такое. Ну ладно, пока неизвестно, что это. Так, а по этим доскам можно лазить? Нет, да, не для этого, не хорошо. Лишь бы она мне по башке потом не упала. Бля, это пиздец, ну нахуй. Головоломки в игре в слэшере, блядь. А, это обратно переворачивает. Я думал, по часовой стрелочке. Понял, этот снаряд должен сломать решетку. Меня на такой залупе ты не проведешь, я-то умен, ёпта. Давай. Ну, учитывая, что перевернулось это все говно вообще не туда, куда должно было. Признаю, план был не очень. План был говно. Блять, реально, нахуй нужна эта тумбочка-то, блядь, что с ней делать? Такой, блядь, разработчик, ёбаный в рот. Чё-то игра короткая получается. Давайте какой-нибудь хуйни придумаем. Минут на 40 каждую. Там сады, блядь, с глазом. Тут вот кубик, нахуй, с какой-то, блядь, табуреткой. Так игрокам же не понравится. Да поебать. Главное, чтобы они эту хуйню купили и прошли. Ну, вообще, нахуй. Трава не расти, блядь. Не, серьезно, блядь, что они хотят? Вот что они, блядь, хотят? Что, блядь, что? Ну, что? Ну, решетка и чего? И хули дальше? Нахуй мне этот табурет, блядь, этот нужен мне? Зачем? Зачем он мне сдался? Что мне, блядь, с ним надо делать? Нахуй он нужен? Я знаю, что здесь решетка, спасибо, и чего. И что, блядь, ну решетка, да, там есть, ну. А-а-а.
правильно было. Блять, было. Теперь все неправильно, нахуй. Ой, нахуй такие, блять, задачки тебя, кому они, блять, в слэшере-то обосрались. Это вам что, блять, Resident Evil, что ли, какой-то или что? Шла, блять, даже нахуй хуй, до самого конца, блять, задвину. Задачки в трехмерном пространстве. Блять! Да эта игра опередила Интерстеллар, по-моему, по своей мысли-то, а? Интерстеллар еще тогда в проекте не было. А здесь разработчик уже сочинял трехмерную хуету. И что вы думаете? Там сундук. И что вы думаете? Кратус туда не залезает. А вот, надо просто подальше было отойти. Оу, я. Рок Минотавра, за который дают абсолютно нахуй ненужную полосочку говна. Ну хорошо. А дальше-то что? О, это классно. Блять, а табуретка, она вот нужна только чтобы сюда залезть. Больше она нахуй не нужна ни зачем, как я понимаю. Она ничего тут не ломает. Это мы выясним. Понятно. Все понятно. Оказывается, вот эта кнопка. Причем вот эта кнопка, которая, блядь, на Кратос, это... А, на ней надо постоять. Вот, блядь. Я, блядь, на многое согласен в этой игре, но только не решать тупоебанные задачи, блядь, которые, в которых участвует вот эта, блядь, не менее тупоебанная камера. Которую не повернуть, не посмотреть ни на что под углом, блядь. И, блядь, в этой графике просто невозможно понять, что тут кнопка, что тут вентиляционный лючок какой-то, блядь. Я ебал просто, поэтому... Спасибо всем тем пиздюкам, которые уже прошли эту игру и выложили, что мне есть где посмотреть ответы на подобные уебанческие головоломки. Смотрим, что тут нахуй у нас здесь. Были, блядь, хоть задачки интересные. Нет, не интересные, они, блядь, дерьмо. Дерьмо ебаное. Там же шипы только что вылезли откуда-то на металлах. Почему-то, блядь, добивание нажалом не активировалось. Ну ладно. Я понял, что боевка здесь это не самое тупорылое, что у нас есть. Есть еще, блядь, охуенные задачки, поэтому я даже по поводу боевки и бомбить не собираюсь. Думаю, что можно нажать вот эту кнопку и всех победить. На шипы, которые ему допиздили. Блять, бомжи реально мешают. Блять,
сейчас что нам делать? Блять, я не успел даже понять, что от меня хотят, меня просто запинали нахуй в этот момент. Но это очередная задачка, связанная с ебланской камерой. Потому что опять нихуя не видно, видно только, что шипы отовсюду вылезают. Большего тебе и знать не положено, да? Нет. Как одним блоком нужно трех быков отбить. Как-то надо в воздухе зависнуть. Я не понял как. Не, а проходится эта миссия вообще легко. Смотрите, ее можно без единого удара проходить. Стоим, блядь, в нерушимом блоке. Блядь, вот не успел немножко. На краю надо... Они просто меня, бля, в угол запинали сейчас. Вот, стоим вот здесь на уголочке в нерушимом блоке. И съебываем. Хуяк. Ладно, хоть. О-о. Поздно вылезли сюда раз. Это та гарпия, на которой летать можно или нет, я, блядь, не понимаю. Давайте посмотрим на окружающую местность, что мы здесь видим. Не видим мы здесь вообще нихуя. Ёбаные, блядь, твари. Да, можно на ней летать. Ха-ха. Держи меня, сучка. О. Всё, спасибо, пошла нахуй. Естественно, никто и не думал. Никто и не думает давать мне какие-то лечения, блядь. Редозировка ебанка. Жизни, дайте немножко жизни-то, блядь, кто-нибудь. Блядь, привидение, которое вообще не снимает, ну, понятно. Нет! Блядь, какой ты еблан, блядь! Нихуя, да? И контрольная точка в пиздец какой-то. Да-да-да. И в прыжке, блядь, как обычно тебя достает. Блядь. Ебать, эта игра, блядь, нахуй падает в моих глазах, блядь, с каждой минуты. Просто она такая конченая, блядь. Такие, блядь, тупорылые идеи тут реализованы, нахуй. Чё, на что, блядь, больше ни один, нахуй, разработчик бы никогда не согласился такую пизду в свою игру, блядь, вклеивать, нахуй. Это же... Такое дерьмо, блядь, боже мой. Такое ебанатство, нахуй. Без чекпоинтов, без нихуя, блядь. Ладно, один такой тупорылый отрезок. У них, блядь, походу вообще бесконечное количество просто.
Окей. Давай. А вот для этого вам надо, видимо, и понадобились бы когти Аида, потому что этих привидений только этим когтями, по-моему, одолеть и можно. Блять, конечно, в этом. В потоке из дерьма и стрел, блять, что-то увидеть нахуй. Я так понимаю, что 4 стороны это 4 уровня, да, местные. Просто заебывает на середине уровня. Ой, блядь, да ты ебанутая, что ли? Ты в конец, блядь, объясни мне нахуй. Ну ты ебаная мразь, блядь, а? Пиздец, какое дерьмо, нахуй. Ёб твою мать, блядь. Да, всех отогнал, да, блядь. Я спас всем жизнь, блядь. Я нахуй с ними драться. Драться причин только одна, они зажимают, блядь. Ну давай. Нет, нихуя. Привидение на шипах, я так понимаю, не дохнет, да? Привидению похуй эти шипы, блядь, все. Почему он не попал? Хватит. Не увижу, блядь, когда шипы полезут. Почему меня бьет какая-то тень ебаная? Я, блядь, просто не понимаю нахуй этого. Сука, где-то какая-то тут наебка. Потому что, ну, первая база, все понятно. А ультимативный блок, заманиваем на шипы и там аннигилируют толпами. Хорошо. В фашистских концлагерях так, блядь. Таких масок убийств не было, таких происходит в этом кубике. А, блядь, с колешечки. Долго, долго, долго идете, фидеры. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сука, а ты чё не со всеми? И не подлетаешь туда. И вот она последняя. Ворона. А здесь какие-то, блядь, привидения. Я таких в игре до этого и не видел, блядь. Я не знаю, от них какая-то душа ебаная остается, которая, блядь, атакует, но ее бить нельзя. Не знаю, может, ее когтями Аида как-то надо бить. Но кто ее знает, блядь. Вот эти, блядь, пиздец. Смотри, что делают. Ебут по КД просто, блядь.
Давай, мочи ее, блядь, пока шипы не вылезли. А вот это все-таки самая ультимативная херня. Но... Там шипы могут, сука, как мы знаем, беспалевно вылезти. Что, нихуя, да? Блять, ну меч, ёб твою мать, блять. Я просто спамлю эти кнопки. Он меч достал, меч убрал. Дебил, дебил. Ёбаный, еще какой нахуй. Кретин, блять, конченый. Сука, блять, таких тупорылых персонажей мужского пола еще не было, блять. Просто еблан, блять. Ой, блять. О, на шипы его закинул. Не знаю, может немецкий ЦС, блядь, больше погоды. Не, он погоды здесь вообще не делает. Здесь делают погоду только вот, блядь, когорты спартанцев, когда призываешь. Если шипы под жопу тебе не вылезут, будет нормально. А чё ждать нас сразу? О! Первая пошла. Вторая пошла. Блять, еле успел, ёб твою мать. Не вижу, где шипы. Да здесь же где, блядь. Где они еще могли вылезти? Меч. Здесь уже нахрен не побережешь, что это говно надо тратить. Блять, ее вообще добить-то можно как-то? Охуеть, как я успел, блядь. Просто в последнюю секунду я птицу эту запалил. Кстати, душа, блядь, так и осталась летать. Она, походу, бессмертна. В пизду дайте мне сохраниться быстрее. Дайте напиться скорей, пусть всегда. Тыры-пыры, ёпты, бля, охуенно. Просто обосраться. Вот это момент, конечно. Но, блин, как бы оригинально. Вот, сука, чё не спиздеть бы, но необычно, оригинально, свежо, в меру бомбило, просто, блядь, нормально, нормальный момент. И Скорпион нормальный, в принципе, по большому счету. Он просто, мне нравится, когда босс необычный, опять он, блядь, крикнул Пандора, и субтитры пропали. Боится разбудить её, шепчет, субтитры шепот не распознают. Вот, у Скорпиона было прикольно то, что ему надо лапки отбивать, именно какие-то особенно уязвимые места. Он запретил мне говорить с тобой. Если я нарушу запрет, он сделает с тобой то же, что и с моим отцом. Никогда. Он сказал, что убьет тебя. Он не сможет. Я убью его раньше. Пойдем. Надо уходить отсюда. Идем. Че это она вот обнимать дорогу кинулась? Как будто... Но я понимаю, что Кратоса все знают, что его слава далеко впереди него. Я ее цепями не убил. Так, и теперь я что, с ней буду ходить, что ли? Прикольно. О, подожди. Наебочка. Глаз Горгоны. О, е! Глаз Горгоны, глаз Горгоны. Еще надо один где-то. Кратос, помоги подняться. Че ж ты, блядь, каши-то не ела? Офигеть, помоги подняться. На горбах на моих, что ли? Сюда. Сука, дали хоббит какого-то. Не запрыгнуть сама не может ни хрена. Опа. Не сюда, шалава. Быстро она сдулась. Я смотрю, что здесь враги со временем сильнее не стали. Сильнее стал только Кратос.
Что, я Кратос? Кротос, ёпта. Кратос, осторожнее. Да что ты говоришь? Нет! Чё нет-то? Она за медузу переживает или её бьют там? Что происходит вообще? Чё ей не нравится? Да, я бы такое, конечно, увидел, тоже бы испугался. Какое такое расчленение? Такое не все судмедэксперты видели. Кратос, осторожней. Чего? И чё? Нет! Последний недобиток, что ли? А, это маленькая дверка здесь. Интересно, для кого она, если не для Пандоры? О. Ой, механизм, блин. Блин, о! Ща кого-то расчленякают немножечко. У меня такое чувство, что этот уровень бесконечен. Скорее! Помогите! Да-да-да-да-да-да-да! Ай-яй-яй-яй-яй! Сейчас тебе стрижку сделают, нет? Всего-то. Изи каточка. О, они теперь и такие сундуки прячут. Офигеть. Хитрожопые боги Олимпа. Так, ну чё, иди сюда. Вон там дырка какая-то, я помню, туда. И что, у нас с той стороны мне дверь откроют? Да, забей на меня хуй, правильно, я бы так же сделал. Ой, да-да, не торопись. Да, кстати, я твоего батю убил. Господи. Упс. Пати распалась. Что случилось? Как ты, блядь, туда попала? Помогите. Загадка в стиле Пилы. Ёбаный в рот. Что? А, там вода еще прибывает. Я думал, она и так в воде, а там вон. Да заткнись ты. Надо-то. В чем суть-то? Я думал, надо разбить. Помогите! Помогите! Не пиздите! Бля, ёпта, бля. Она плавать-то хоть умеет или? Плавает вроде? Сикарашка. Но хоть ее не слышно стало. Да тут пила отдыхает. Блять! За тебя все, дура. Что лезешь-то, блять, куда не надо все время. Скорее. Ну ладно, я в принципе так много времени просрал. Ах ты, блять! Ну пиздец, еще до конца надо, что ли, выдвигать. Ах, скрипты такие, скрипты. Напоминает мне Heavy Rain.
Там пацан, блядь, неделю в воде жил. Ты 5 минут продержаться не можешь. Знаешь почему? Потому что он пацан. Мужик. А ты баба, блядь, сразу нахуй. Ласты склеить и утонуть. Такое ощущение, что бабы в играх только ищут повод, чтобы сдохнуть. Лишь бы не готовить. И чё? А дальше-то? А. Я чё-то не понял, здесь-то что надо было делать? Понимаете, блядь, что с такой камерой я просто и в этих ваших декорациях я просто не понимаю, где еще нарисовано даже. Где, блядь, лазилки? Где не лазилки, блядь? Где шипы, нахуй? Чё происходит? Ёбаная графика 76-го года. Кулеры почему-то без защитной сетки колбасят. У дедала, видать, системник что-то перегревается. Так, вот что я должен сделать? Сверху шипы. Сбоку непонятно что, но он туда не липнет. Мне кажется, понял. Вот так надо делать. Вот оно. Вот оно решение. Блять, такая тупизна ебаная, блять, а. Как заебал нахуй этот уровень тупорылый с этим кубом, блять. Голос как из толчка, блять, уже достал. Все эти кубы висят на цепочке, и тогда они не могут так вращаться же. Значит, я должен лезть, когда перед этой хуйней. Да. Я думал, на правую стенку надо спрыгнуть, но нет. Сейчас заморозим ее там нахер будет. Кубик с Пандорой. Куда вода-то утекает? Я столько не вижу. Стекло не треснуло. Селедка, ты живая? Дали какую-то бацильную, кашляет еще. Ну, момент, конечно, прикольный, но, блядь, не в такой игре. Ну, блядь, с этой камерой, серьезно, приятного мало в таких замесах. Вот в Uncharted в каком-то он бы гармонично смотрелся здесь, ну, странновато немножко. Все, короче, продолжение, наверное, следует. Я не знаю, сколько еще, блядь, осталось. Но, наверное, с последним боссом часок-то помучиться придется, походу. Так что, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, все такое.